Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Продолжаем играть в Don't Starve Hero in the Dark. И как-то не очень все с рассудком, да? Где-то у меня, по-моему, был спальничек. Кстати, песок мне сейчас пригодится. Я хочу сделать щит, отражающий заклинания. Я думаю, это будет весьма кстати. Так, вот это топливо мне понадобится. Я поспать должен, чтобы рассудок восполнить. Как это нам сделать? Так. О, опять лягушки, да ладно, вы прикалываетесь. Одну веревку. Так, так, так. Спать. Правда, кушать. Фу. Зашибись. Так, так, так. Блин, я здоровье теряю, да? Надо срочно что-то съесть. Твою ж налево. Вот долбаные лягушки. Что-нибудь сейчас возьмем. Так, ну, огонь, я думаю, тут будет лишний совсем. Вот, вот куда еще-то лягушек? Вот можно подумать, у меня этих лягушачьих лап мало. Так, притаилась за кустом, иди сюда. Так, не надо, не надо, не надо собирать. Что с рассудком? Рассудка не так уж и много. Ладно, у нас еще есть грибочки. Есть немного льда. Ну окей, есть еще куча гнили. Ладно. Давайте лягушачьи лапы сюда. И что нам нужно? Нам нужно костерок развести все-таки. И вот эти вот грибы скушать. Хорошо. Подняли еще раз сутка чуток. Так, стоять. Так, давайте эту лягуху шлепнем. Что она достала. Так, бегут, бегут. Еще одна. Все, что ли? Ну и фиг с ними, как говорится, да? Пока есть 4 лягушачьих. Все равно не то, что хочется. Так. Мясные шарики. С лягушатинкой что-то вышло. Ну окей. Чили какие-то. Давайте их попробуем. И пора бы обкатать алхимический стол. Для этого нам потребуется. Это потребуется. Так, 5 песка. Дальше. Ты потребуешься. Так, стоп. Не уловил. Так, она сейчас смекнем. А, у нас сколько тут места? Не так, чтоб много. Еще вот это должна быть. Должен быть щит. Так. И должен быть хаммер. Вроде так.
Надеюсь, получится. А так, это пока сюда закинем. Зачем я вот эти хилищие штуки таскаю? Давайте их тоже скинем. Ух ты ж. Откуда она нарисовалась? Это мы сюда заберем. И да, у меня каштаны пока не в таком виде. Абсолютно бесполезно. Надо бы их приготовить. Блин, надеюсь, получится отражающий щит. Он бы... Ну, он отражает магию. Само собой. И это было бы здорово. Так, стопы. Ага, объединилось. Ладно. Дальше продолжаем каштанчики делать. У меня еще паутина есть. Надо с ней что-то придумать. Хорошо. Скушаем эту гадость. Это мы заберем. Так, понеслась готовка. Что-то не принеслась. Каштаны сюда. 1, 2, 3. Так, ну-ка, лягушачью лапку если добавляем. Да, окей. Тефтелей можем просто нафигашить огромную гору. И иди сюда. Вот гадина. Успела. Вот как успела. Ну, не подведи. Есть. У нас есть отражающий щит, который Оу! Гадина! Ты-то что такая агрессивная? Чё у них загон-то летний, а? Ужасть. Так, это еще хорошее. А вот морковки уже не очень. Лады. Так, ну вот тут банки мне еще потом понадобятся, чтобы что-то такое такое делать. Но это чуть позже. Блин, а. Ой. Так, небольшой нюанс у нас ночь. Но свинок не видать. Свинок в большинстве своем перебили. Лягухи, ладно. Пойдемте тогда заберем этого несчастного. Так, уголь. Так, ладно, сейчас это все еще рассортируем. А мне сейчас надо забрать гломера. Все-таки он какой-никакой полезный парень. Вот это все еще заберем сейчас. Так, ну крыло мне не особо нужно на самом деле. Так, гломер внизу. Отлично. Так. Погнали. Честер еще за мной увязался. Да вот, блин, гады. Из них из всех валятся крылья. Вот зачем они мне сейчас? Так, пойдемте заберем вот эти вещи. Что у нас здесь? Так, дровишек немножко. Так, 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 так. Но это так или иначе пригодится. И еще вот эти ключи. Хорошо, спальник, паутина, зубы. Так, куча гнили. Вот, свинки завелись у нас. Ладненько. Но отражающий щит надо как-то затестить. Как-то сейчас сделать только.
Так, что у меня с оружием? Да, мне настоятельно советуют сделать многие в комментариях шторм. В общем, штуку, в которой можно всякой фигни кучу хранить. И этим надо, наверное, как-то заняться. Так, блин, у меня уже тупо все не влазит. Я уже не знаю, куда это все распихивать. Тут этих ключей, как не знаю чего. Ну, давайте. Этот заберем, к примеру, да? Так, это надо скушать. Оружия всего-всего у меня хватает, в принципе. Тут как бы нареканий нет. У Честера как дела? Так, Честер, стоять. Давайте мы все из тебя повыгрузим, Честер. Что ты еще отдашь? Я не помню, где паутина. Честер, тут паутина. Так, хорошо. Спальник может пригодиться внезапно. Еще раз утка восполнить. Ну ладно. Так, забираем еду. Давайте буквально еще что-нибудь сделаем. И нашу задачу. Алхимический стол мы сделали, окей. По идее, что делать? По идее, можно вот сюда вот в ад сходить опять. Да, в другую его вариацию. Почему бы не сделать это? У нас заодно есть отражающий наш щит, что нас должно спасти. Я так подозреваю, от каких-то атак. Что, наверное, весьма кстати. Да, что ты закрываешься? Давай последние шарики. Так, я около тебя постою, рассудок повосстанавливаю. Хотя его, как ни крути, не так уж много. Хорошо. Ох-ох-ох. Так, если мы идем в какие-то подземелья, то меняем на ключ Undead. Меняем сюда, сюда. Наверное, так. Пойдемте в огненное в это сходим. Месиво. Я боюсь, вы оба там погибнете. Поэтому вас я оставлю. Сам я при броне и при всех прочих делах вроде как. Так, давайте подумаем, что нам там может пригодиться. Может пригодиться огненная броня. По той простой причине, что я там температуру могу превысить допустимую. Ну, то есть, короче, будет очень-очень жарко и смертельно опасно, что не очень хорошо. Так, а хилки у меня есть? Были банки хилки, по-моему, где-то были. Да, есть. Так, это не та кнопка. Окей. Это лучше кнопку не жать. Ну ладно. Пойдемте прошвырнемся. Так, я по дороге посплю или сейчас посплю. Ладно, в общем, где-нибудь да поспим. Тут еще лягуха бегает. Собак я, наверное, убивать не буду. Пускай они там живут, плодятся. Ох ты ж, у них зато около их, как это назвать-то, жилища, в общем-то, довольно много льда. Ну ладно. Я хочу затестить свой заодно вот этот отражающий щит. Насколько он реально эффективен. Эффективен ли вообще?
И давайте немножечко с орками склеснемся. Может, что-то хорошее из них выбьем. Так, ну чтоб с орками склеснуться, надо, наверное, поспать. Так, 93 рассудка. Проснусь, сколько будет? 143. Неплохо. Так, орки. Тут что-то их прям довольно много. Ребята, а вы чё? Да, их что-то дофига. Ладно. Давайте вот так вот сделаем. Как такой вам вариант? Воу-воу-воу. Так. Да иди ты прочь. Ну, он потихоньку, конечно, но пробивает. Особенно, когда их пачка, блин. Но в целом танчим. Единственное, что моя броня почти кончилась. Так. Ключ я выбил. Та-ха-ха-ха. Flaming Sword. Хорошо. Иди сюда. Ах ты ж гад. Да блин. Просто бог у ворота. 15 уровень. Окей. Иди сюда. Оу. Так. Внезапный бро. Давай порушим их хаты. Ибо нефиг тут строить. Так, это тоже порушим. Отлично. Так, это я могу порушить. Вообще все порушил, замечательно. Так, ну, хаммер мы пока тут кинем. У меня есть зонтик. Давайте траву-то соберем. С травой напряг небольшой. Так, скелет, понятно. Да, травы маловато. Этот ключ заберем. Меч мы попозже заберем. Ах ты ж гадина. А, против нежити у меня мечей вообще очень много. Undead Sword'ов этих. А, тут еще эти козы. Или как их там назвать. Ну окей. Ну окей. Все это мы собрали. Одеваем броню огненную. У меня, по-моему, другой-то уже теперь и нет. Ну и идем в ад. Будем исследовать. Интересно, тут есть ли поселение гномов, что я хочу, конечно, выяснить. Ну и вообще посмотреть, как тут и что. Есть ли что-то интересное. А если есть, то что? В общем-то, дел масса. Ну и традиционно долго загрузка подземелья. Чё они так долго грузятся? Окей. Загрузились, тем не менее. Так, ладно, хилки все эти дела есть. Смотрим, куда мы бегали. По дороге бегали. Ну хорошо, давайте пока просто разведывать территорию. Оббегать. Ресурсов куча. Надо будет еще ресурсов надобыть и там разные поизготавливать. Но пока что мне интереснее исследовать все-таки этот мир.
Тем более уже 15 уровень. Тут, по-моему, максимальный 20. Если не ошибаюсь. Мы к нему тоже когда-нибудь придем. Можно щит одеть. Чтобы внезапно в щи магии не получить. Так, что за звук? Скоро состояние войны начнется, то есть на меня будет... На меня кто-то нападет, в общем-то, в этом состоянии, в военном положении. Но пока что все довольно мирно. Какое-то перекати полица. Да. Тут тупо ничего. Ну ладно, что-то, скорее всего, где-то там по дороге. Найдем. Я хочу свой щит затестить. Надо найти какую-то такую защиту. Ага. О! Отлично. Steel Armor. Самое оно. У нас с армором сейчас проблемка небольшая. Так, что, наверное, на дорогу стоит, наверное, выйти, да? Что-то мне подсказывает, что там мы, скорее всего, найдем приключения. Но приключения в любом случае нас сейчас сами найдут. Уже состояние войны практически наступило. Ага. Так, орки. И смотрите-ка там сундучок. Значит, надо этих орков валить. Так, колдунство. Окей, Google. Ну и понеслась жара. Так. Ой, красный гоблин. Красный гоблин зла. Так, что-то не особо злой, да? Я-то злее буду. Да. Да пошли вы. Я с вами так не играю. Так, прочь. А, надеюсь, меня броня-то защитит, нет? Так, откроешь? Отравляющий напиток, типа того. Так, если этот щит одеть. Ну, братюня, падай. Хорошо. Так, я не понял, от чего ты меня щит защитил, нет. Но... Посмотрим, что в сундуке еще есть. Есть другой вариант ключа. Так, Purple Gem. Вот этих свордов у меня уже как не знаю чего. Поэтому на них пока забьем. Так, стопэ, у нас тут дорога заворачивает, да? Ну ладно, мы тогда сами тут пробежимся. И разведаем, что к чему. Блин, что этот напиток делать? Поушен. Пойсон. По-моему, ядовитый. А что мне это даст? Что-то я пока пить не очень его хочу. Думаю, потом затестим. Пока что будем пытаться тут осмотреться до конца, до победного. И что-то мне подсказывает, что это тупик, скорее всего. Быть может, это, конечно, подземелье гораздо меньше, чем то, в котором мы были, которое мы, кстати, еще не все исследовали. Туда еще стоит вернуться. Но кто его знает? Реки лавы. Кто-то там нашептывает из этой расщелины. Как-то мне это не очень нравится. Да.
территории, в принципе, здесь-то нифига не маленькие. Так, ну окей. Ладно, давайте, знаете как, поступим. В следующей серии тогда продолжим наш веселый забег. А на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.